Всем большой привет, друзья. Качество видео будет крайне низким. Но это видео такое спонтанное и основанное на новости, которую я прочитал на одном из популярных новостных порталов Казахстана. В частности, новость на первых полосах о том, что национальные гвардейцы спасли парня, пытавшегося там сброситься опять то ли с моста, то ли там из окна и так далее. Я, конечно, поражаюсь вот таким вот новостям, и руки бы оторвать, и голову бы оторвать этим пиар-менеджерам, которым поручено популяризировать деятельность полиции. Настолько примитивно, настолько бездарно все это делается, что и вот эти жалкие попытки повысить хоть как-нибудь имидж полиции, ну, вызывают просто вот смех, вот улыбку. Я читаю и просто поражаюсь. Ведь никто же, вот вы посмотрите, никто же не выкладывает новости, ну, к примеру, уборщица помыла полы в школе. Или сантехник пробил канализацию. Или учитель отлично провел урок в школе. Вот то же самое и про полицию. То есть то, что полиция обязана делать, это вводится в ранг некоего подвига. Ну, это вообще какое-то, ну, королевство кривых зеркал. Вот просто очень сложно подобрать слова, чтобы выразить вот такое вот негодование вот таким вот новостям. Всем давно известно, что полиция в Казахстане — это скопище бандитов, воров, негодяев, насильников, подонков всех мастей. И надо не писать не про эту категорию людей, кто там на улице ходит, да, и осуществляет некий правопорядок, в кавычках, естественно, а про ту мразь, которая сидит в кабинетах и фальсифицирует и фабрикует уголовные дела по команде своих руководителей, дознавателей, следователей, оперативников. То есть вот про всю вот эту вот мразоту, которая служит своему хозяину, которых еще к тому же плохо кормит. Вот про этих, которые гоняются за правозащитниками, которые охотятся за активистами в той или иной области. Спасли парня. Да нахрен вы нужны парню? Парень сам разберется. Не надо никого спасать. Там без вас разберутся. Занимайтесь лучше. Действительно, охраной правопорядка. А то задержали писающего, там парень пописал в лифте, девушка пописала в лифте. Боже мой, блядь, это что за новости из Казахстана? Это какое... И это популярные ресурсы. Фу, блин, противно комментировать. Ну ладно, это такие вот и говорю мысли вслух. Пока увидимся. Давайте.